высший военный орден Советского Союза «Победа». Товарищ Калинин вручил орден «Победа» маршалу Советского Союза Сталину, награжденному за исключительные заслуги в организации проведения наступательных операций Красной Армии, приведших к крупнейшему поражению германской армии и к коренному изменению положения на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в пользу Красной Армии. Одновременно маршалу Советского Союза Сталину за выслугу лет Красной Армии вручен орден Красного Знамени.